Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас приложение, которое называется Paranoia Access. Приложение, которое позволит отслеживать вам, получило ли какое стороннее приложение доступ к геолокации, к микрофону или к камере на вашем Android устройстве. Приложение бесплатно, не содержит никакой рекламы. И, кстати, на форуме FUPD внизу в описании дам ссылочку, и ведется активное обсуждение данного приложения. Давайте начнем с того, что после установки вам необходимо сделать некоторые дополнительные настройки. После запуска приложения вам необходимо, если вы хотите, конечно же, в режиме реального времени контролировать всевозможные уведомления, перейти в настройки и поставить галочки на следующих уведомлениях, то есть активировать по своему усмотрению, что бы вы хотели видеть. После чего необходимо зайти в приложение и дать ему доступ к камере, к микрофону, к GPS. Вернее, не доступ к этим приложениям, а доступ к активации. То есть, как только на вашем приложении в фоне, или же не в фоне, или же какое-то другое приложение получит доступ к данным функциям, у вас появится уведомление. Помимо всего, в любой момент вы можете отследить лог. Допустим, кто-то установил скрытое приложение для прослушивания, отслеживания геолокации или же просмотра через камеру. Кстати, много таких видосов по удаленному подключению к камере, микрофону и геолокации у меня есть на канале. И вы сможете всегда, воспользовавшись логом, посмотреть, какое приложение и когда подключалось непосредственно к определенным источникам. Как видите, здесь у меня есть подключение встроенного диктофона, включение активации встроенной камеры. По GPS я ничего не активировал. В любой момент можно отключить ненужную функцию, и, воспользовавшись данным приложением, вы всегда будете знать о том, что какое-либо из приложений в фоне или же не в фоне получало доступ к функциям вашего Android устройства. Приложение, еще раз повторюсь, можно будет скачать по ссылке в описании видео. А на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!